Ну давай, давай, слушай, ну мы посмотрели сегодня Барко. Барко. Скажи, что ты думаешь по поводу Барко и вообще по поводу этого матча? Ну, давай сначала по Барко. Да. А, помнишь, я тебе сказал на прошлой неделе, это тот игрок, который, возможно, немного будет забивать, но это игрок, который есть хорошая передача, дриблинг, удар, да? Сегодня хорошо, красиво забил из штрафного, да, мы видели и левая нога, и правая нога, и дриблинг, и скорость великолепны. Если честно, ну, последнее время я не вспомнил такой яркий дебют легионеров, да, ну, южноамериканцев даже могу сказать, но который так много делал в одном матче. Так. Очень хорошо выглядел. Ну, понятно, что там было пространство, ну, центр поля Химок, ну, понятно, разный уровень команды, но все равно очень хорошо сделал. Это тот игрок, который, что не хватает в России. Это тот игрок, который может быстро принять решение, играть одно-два касания, и все быстро делать. И это мне нравится. Я думаю, это игрок, который может очень много помогать Спартаку. И сегодня мы видели, как это есть. Ну подожди, насколько он может быть стабилен, на твой взгляд? Ну, я думаю, это может быть вполне... Но это же первая игра, да. Это против это, команды, которая как бы новичок, это, новичок РПЛ. Но ничего, потому... Мы же видели, эта команда не обыграла Махачкалу. Это ничего, потому, это потому что игрок, который привык играть высокий уровень, требовался, там он играл Кубок Либертадорес, который очень сложный турнир, да. Чемпионат Аргентины, который тоже иногда играет очень жесткий, я думаю, вполне может быть и стабильно. И качество есть, если будет мотивация, но мы видели, например, да, Вендео, как великолепно играет, да, сейчас. Если есть мотивация, игрок и технически здесь в России делает разницу. Я думаю, да, он даже он выше уровень чемпионата России, если честно. Барко, но принял решение сюда приехать, надо показать на поле, что он может делать разницу. Это очень важное усиление для Спартака. Такое усиление, что даже сегодня, не знаю, смотрю на него Угальде, и Угальде решил забивать сегодня. Ну, я думаю, это игрок, который может много помогать Спартаку. То есть ты уверен, что он будет вот так стабильно играть, выдавать такие матчи? Да, будет. Будет. Гораздо... Но тебе не показалось, что он сегодня вот вообще просто по максимуму устал? То есть я видел, что он, ну, как бы еле передвигал ноги уже там после игры. Ну, блин, это его первый матч. Понятно, что его там заменили, как ну, бы, да. Это его первый матч, чемпионат Аргентины не перестановили во время Кубок Америки. Он давно не играл. Я думаю, последний матч его был в конце мая, вот. Он предсезон не было, был мало времени со Спартаком, поэтому это нормально физически, но пока он был 100% уровень, ты видел, как он побежал, дриблинг сделал, все. Ну, это, да, это хороший игрок. Ну, то есть, смотри, штрафной он забил, то есть он регулярно такие забивал. Ты смотрел хайлайт? Да, 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 и важный удар, да, лево, правая нога, тебе первый тайм почти выше ворота чуть-чуть, а потом дриблинг, ну, очень мощный удар в штангу. Я думаю, это игрок, да, очень высокий уровень. А по поводу матча ты спросил? Да, но смотри, что меня как бы немножко от восторгов я бы хотел утихомирить, потому что мы представим, что, допустим, Спартаку такой гол отменили, как отменили Химкам, и поставили такой пенальти. Пенальти. Да. Я думаю, если честно, такой фол ВАР даже не должен мешать. Арбитр там видел все на поле, он решил, что нету. Проблема в том, что ВАР в России работает как ВАР в Бразилии. Любой контакт, любой, они мешают. И говорят, ну, надо смотреть ВАР. Если ты смотришь, там как была Еврокубка, но было гораздо... Быстрее. Быстрее, да. Более спорный, наверное, момент, который даже ВАР не пошел смотреть. Это когда явная ошибка. Я не считаю, я вообще не считаю, что там что сделал Роберто, это явная ошибка вообще. Попал в мяч и попал в ногу. Арбитр понял, что там был мяч. А пенальти арбитр был сколько там, 3-4 метра от эпизода. Да. И он поставил, это понятно, это не пенальти, это не такой явный ошибка, который ты можешь сказать, вот, это такой явный ошибка. Я не представляю, да, не думаю, даже не думаю, что если Зенит так забьет, отменяется гол. Я честно говорю, там есть разное, как судят, когда есть. Это везде в мире. Я не имею в виду, что они украли матч или что-то еще. Но всегда есть, всегда, по всему миру. Команда, которая более по уровню, да, большие команды, да, как Спартак, Зенит,
арбитр, конечно, когда играет против других команд, будет по-другому судить. Это происходит в Бразилии. Там, не знаю, играет Фламенго Крисиума, Фламенго Куяба. Это понятно, что если будет какой-то спорный эпизод, всегда будет в ползу... Как тебе Банганда, скажи, по этому матчу? Он дал голевую передачу, да, но до этого вообще ничего не делал, потому что потом было аплодисменты, как пробил пенальти, это вообще, вообще непонятно. Но хорошо, сыграл Обухов, но не можно так и бить с пенальти. Кстати, на Арена Гинках 3 пенальти в этом сезоне. Да. 3 не забили, а потом в перерыве дети пробили. Только дети забили. Да, только дети забили. Только дети забили, да. Вот. Слушай, ну, знаю, ну и как тебе... Карма, да. Как тебе Спартак вот по первому тайму и по второму? То есть что мы увидели? Ну, я думаю, там в первом тайме играл чуть получше Спартак. Но если защитили гол Химок, было бы другой сценарий вообще в матче. Все по-другому было бы. А потом второй тайм. Понятно, что это первый гол. А, все изломал там. И потом очень быстро забил второй гол Хинки. 15 минут все решили. Когда ты играешь с командой как Хинки, Хинки тоже понимает, 0-2, это уже очень сложно. Пока не могу сказать. Интересно, и мне очень нравится, и думать, интересно наблюдать, как играет Барку. А сами Спартаки пока у меня есть много вопросов. Но поясни, видели... какие у тебя есть вопросы? Ну, например, да, первый матч они сыграли с Оренбургом. Там куча моментов создали Оренбург. И Оренбург — это команда, которая уже давно и стабильно играет в Премьер-лигу. Сегодня они играли с Химок, который состав, у них есть очень много игроков, которые играли в ФНЛ. Да. Это другие уровни, футболисты тоже. Поэтому здесь понятно. Ну, надо смотреть, когда там будут другие, я имею в виду соперники, которые давно вступают в российскую премьер-лигу, и Злечин Мальский играет... Ну, они играют с Динамо на кубок и дома играют с Самарой в чемпионате. Ну, вот, Самара сейчас нестабильная, в общем, да. Плохо началась чемпионата Крылья, но это уже команда, которая привыкла играть в чемпионат. Кубок — это всегда по-разному, по-другому, особенно первое... Ну, групповая этапа Кубок России, это очень сложно, но очень много изменений в состав. Наверное, оба будут играть полной силой, потому что, понимаете, это тоже начало. Надо попробовать вариант, найти, как лучше строить команду. Особенно Станкович пока не знает хорошо те игроки, которые у него есть. Uh-huh. Но поэтому посмотрим. Но в целом... Ну, Спартак пока, можно сказать, 50 на 50. Проиграл первый матч там с Оренбургом. Который... Да, без вариантов. На 2-0 и мог бы побольше даже. А сегодня я сделал, я думаю, никто не думал по-другому было бы. И все равно они выиграли, но все равно пропустили. Дон, по поводу Орени, я у тебя хотел спросить. Вот сегодня мы разговаривали, гораздо скромнее себя вел. Почему? То есть его нахлобучили после той фразы того, что... Я думаю, наверное, он грустил сегодня. Грустил? Да, грустил, потому что он даже понимает, что плохо играл сегодня. Не его позиция, поставили его играть на центр поле, ну, как восьмерка, да. Или пятая. Это не его позиция, поэтому чуть расстроен был, там играл только 65 минут, и поэтому так и сказал. Не знаю, была так полемика или нет, но, наверное, как он так и сказал, он не ожидал, что это было какое-то громкое заявление, потому что в Бразилии нормально так говорят. В Бразилии, громкое заявление. Ну, подожди, но игрок 16-й команды РПЛ говорит о том, что мы будем бороться за чемпионство. Ну, это трэш-ток. Это трэш-ток, да, и ему и нравится это нормально. Если он не верит в себя, и не верит в свою команду, кто будет верить? Ну да. Слушай, я правильно понимаю, что в «Зените» утихомирилось все связанное с Венделом и Клаудини, что оба остаются, да? Все? Оба, все, да, вопрос закрыт.